Выиграть без ферзя? Да легко. Или же не очень. Ход белых. Поставьте видео на паузу и подумайте. Единственный, но решающий минус позиции черных – это положение короля на c6. Ходов он не имеет, но чем же атаковать? Здесь следует ход конь c4. Ферзь висит и грозит мат конь a5. К примеру, пешка забирает. Тогда мы ходим d4. Грозит b5 мат. Если ферзь берет на d4, тогда мы ходим b5. Король может побить на c5, это единственный ход. И следует мат b4. Если в этой ситуации ферзь не будет бить пешку, также грозит мат b5. Ферзь может взять на c5. Но тогда мы можем побить bc. К примеру, на этот ход проводить собственную пешку и матовать короля черных.